Донорскую кровь Антон Селиверстов сдает не впервые, но на этот раз на предмет кровотворных клеток. Антон говорит, если с их помощью удастся спасти какого-то человека от лейкоза, готов проходить длительные процедуры. А сейчас первый этап. Если моя кровь подойдет, то будет следующий этап, и уже будет полное обследование. В донорстве кровотворных клеток нуждаются сотни людей в Самарской области и тысячи по России. Сейчас создается общедоступная единая база доноров, чтобы врач-онколог из любого региона мог найти спасение для своего пациента. Нужно полное совпадение показаний, которое бывает крайне редко. Совпадения настолько редки, там, например, 1 к 5 тысячам, к 10 тысячам. То есть нужно обследовать 5-10 тысяч доноров, чтобы найти совместимого хотя бы одному пациенту. Вот в нашем регистре сейчас около 3200 доноров, но ни одного совместимого донора мы так и не нашли. Потенциальным донором может стать любой человек от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных заболеваний. Нужна всего одна пробирка венозной крови и заполненная анкета. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.